Окей, друзья, прежде чем начать, хотел бы порекомендовать вам реально интересный канал Роман Алябьев, видеоблог из Германии. Роман рассказывает о том, как можно свалить в Германию, как жить, зарабатывать, экономить. На канале часто бывают интервью тех, кто уже свалил за бугор и кем они работают. Также на канале есть видео про машины и автосвалки. Пару раз в неделю бывают стримы для живого общения. Заходите, не пожалеете. Ну что, ребят, всем привет. Сегодня я расскажу вам, как работает сортировочная машина, покажу вам, как она работает в действии. Вот, ну и немножко расскажу о некоторых нюансах и порассуждаю, насколько это выгодно, так как мусор – это деньги. Вот здесь вы видите, значит, что куда привозится мусор, обычно выгружается из машин. И вот это начальная стадия его вот этим большим багером ложат, кидают в специальный шреддер большой. Этот шреддер перемалывает, ну, все подряд. Вот, вы видите, какой мусор, тут все, что хочешь, лежит, да, то есть, ну, без, как бы без ограничений. Вот видите, вот поскольку он берет, да, вот такими вот пачками он прям кидает. Вот, ну вот сейчас вот немножко позже будет. Вот видно теперь сам шреддер. Это я снимал, когда мы наваривали на него зубы. Потому что зубы имеют свойство стачиваться. И они должны навариваться периодически специальным специальным таким сплавом твердым. Вот это мы делаем каждую субботу практически, вот, то есть неделю он работает, неделю через неделю в субботу навариваются зубы. Вот так он выглядит снизу. Вот, я не стал снимать в рабочем состоянии этот шеддер сверху, потому что там все равно ничего не видно будет, так как там очень пыльно. Вот снизу вы можете видеть здесь, как вот он перемалывает и что из него выходит, да? Вот, то есть практически все перемалывается уже в, ну, в мелкую фракцию. И вот дальше теперь по банту это все идет на дальнейшую сортировку. Там много вот видите, да, ну все вот буквально мелочь перекидывается. Причем если кинуть туда целый диван, там, я не знаю, шифоньер, все вот так вот выйдет. Вот, да, не только, если даже машину кинете, выйдет то же самое, потому что там силы у него очень много. Значит, что дальше идем на сортировочку. Много у него, как назвать, штуфы, да, вот они сортировочные. Вот здесь, где стрелка, сейчас вот этот бант, так называемый, он магнитный, и он отсортирует уже металлические части, которые вот магнитятся, да, они выпадают. Вот сюда выпадают, я извиняюсь за мой русский. Вот, и уже, значит, это как бы первая стадия. Все это идет дальше. Вот. Конечно, кое-какой металл остается, кое-какой металл не отсортирован еще. Есть металл, который не магнитится и так далее, да. Ну вот, вы видите, да, вот там багер кидает все это. Вот этот желтый, это огромный сортировочный барабан, такой калибровочный барабан. Вот видите, там второй вот он стоит, тоже так крутится. Это значит, они разного просто калибра. Ну, сейчас посмотрим, как это выглядит внутри. Через этот барабан проходит мусор, и он уже калибруется на фракцию легкую и тяжелую. Вот. Здесь вот дальше идет, в принципе, эта фракция еще тяжелая. Она там тоже методом вибрации отсортировывается. И вот вся
пыль такая мелкая всякая, всячина падает вниз, а все остальное дальше идет. Здесь идет, вот он, барабан. И, кстати, это барабан мелкой фракции, это уже вторая стадия. Первая стадия, мы сейчас посмотрим, другой барабан, там крупная калибровка. Вот. Ну и здесь уже идет, в принципе, через еще одну, через еще один магнитный бант проходит и уже падает вниз. Это легкая фракция, она потом еще там одну стадию проходит. Сейчас вот мы возвращаемся и идем посмотрим, как работает большой барабан. Вот тут в этом окошке можно вот так вот все это наблюдать, да? Вот большие у него отверстия, там, естественно, вот мусор, который меньше этих отверстий, он попадает в другую уже, ну, на другой бант. А вот это крупняк весь, это в основном целлофан и так далее, это все уже проходит дальше сюда и уходит в сторону. Ну, здесь вот видите, другая фракция уже идет. Вот, хочу поговорить о том, насколько это выгодно. Вот смотрите, ребята, значит, если раньше весь этот мусор свозился на свалку, потом загружался в большие машины, ну, чтобы мусор перевезти на свалку и сдать, конечно, за это нужно деньги заплатить, но сама свалка потом этот мусор должна куда-то девать, да, и то есть это все отвозилось раньше, специальная сжигательная станция, где сжигалось все это, и за это надо было платить деньги. Теперь это все рассортировывается и продается, то есть теперь это выгодно. Вот видите, здесь методом воздуха отдува, методом отдува вот так сортируется, ну вот тут видно, да. Легкая фракция уходит в сторону и там отсортировывается, а тяжелая падает вниз. Вот, и конечно, те 20 миллионов, которые вложены в эту станцию, они окупятся буквально, ну я не знаю, за пару лет, потому что она, ну скажем так, что очень выгодна. И в Германии сейчас это в принципе должно быть так, потому что уже, ну, законы. Вот здесь мы видим уже в сортировочной кабине идет такой мусор, немножко здесь плохой фокус, но тем не менее не обходится, конечно, и без человеческого фактора. Вот тут мы сейчас видим, что этот мусор, там есть работники, они его уже там вручную смотрят, что там лишнее. Вот, и кидают. Ну, их там немного, их там 4 человека обычно. Вот даже девчонка попалась в кадр. Это девчонка с Украины приехала. Ну, как и все, в принципе, работники, которые там работают. Все из Украины или из Румынии и Молдавии. Ну, вот так это выглядит. Вот. Кстати, много чего интересного попадается. Здесь вот отсортируется как раз металл. И ну, металл с остатками всякого пластика и так далее. Вот тут эдельметалл отсортируется, такой, который не магнитится. Это вот как называется, медь, бронза, алюминий и так далее. Вот падает этот контейнер. Вот он, наш молдавский коллега. Ну и вот такого вот плана сегодня видео. Это, значит, это вот эта станция сортировочная приносит огромные деньги. Огромные деньги в нее вложены, но она себя быстро купит и принесет еще большие деньги, конечно же, для хозяев, для шефа. Шеф предоставляет работу нам. Вот видите, да, здесь фракции уже готовые, в принципе, да. Вот. Ну и вот где я сейчас стою, сейчас покажу, там тоже металл отсортировывается. И вот там, кстати, можно
я иногда там нахожу интересные вещи, такие как монеты всякие, ну и так далее. Можно найти часы, конечно, не все переживает такую обработку, не все выживает в этом мусоре. Вот, но тем не менее, больше меня интересуют, конечно, монеты. Здесь очень много их и разных стран, поэтому можно даже такую рубрику открыть — монеты, найденные на свалке. Ну все, ребятки, надеюсь, вам понравилось видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И будем продолжать. Если что-то, какие-то вопросы у вас есть, задавайте. Всем удачи и до следующего видео.